Испанские страсти на сибирской сцене. «Красный факел» первым спектаклем нового сезона открывает публике двери в дом Бернарда Альбы. Последняя пьеса великого Федерико Гарсия Лорки – желанный материал и непростая задача для режиссера, который берется за постановку. Это история о пяти молодых женщинах, которые томятся в доме властной вдовы Бернарды, жаждут любви и постепенно сходят с ума. Нередко в российских и зарубежных театрах предпочитают рассказывать ее не драматическим, а пластическим языком. По мнению критиков, в прошлом веке самыми знаковыми постановками стали спектакли Королевского балета Лондона и танцевальной группы Кульберг балета в Стокгольме. Вот и российский хореограф-постановщик Сергей Землянский в наши дни лишил героинь Лорки возможности произносить слова, но оставил им право выражать эмоции и чувства языком пластики, с чем актрисы «Красного факела» великолепно справляются.